поправка, касающаяся доступной медицины. Это очень важно тоже, естественно, для нашего народа, вообще для и для детей, и для нас вот пожилого возраста. У нас рядом участок с домом, поэтому я, конечно, обязательно, и мы пойдем все с мужем, и дети мои, и внуки. Одна из запомнившихся мне поправок – это о том, что наши государственные чиновники должны иметь одно гражданство. Хотелось бы, чтобы она была осуществлена. А какая поправка вам наиболее близка все-таки? Я не знаю, мы еще не ознакомились, так ничего не знаем еще. Прийти нужно обязательно, да. Не стоять в стороне, что-то делать. Незыблемость границ России, важность русского языка. Да, я пойду голосовать, да. Не то, что я, вся семья пойдет, и дети, и жена.